Ребята, всем привет! Мы сейчас катаемся тут по делам в Питере, в центре. И рядом здесь есть Галамарт, решили зайти в него. У нас есть 1,5 часа свободного времени. Хочу посмотреть, что там есть для слаймов. Здесь такой небольшой торговый центр. Ну как небольшой, тут же даже есть второй этаж. Смотрите, даже есть второй этаж. Даже третий есть. Вау, Лика, знаешь, что я увидела? Ну, машину! Первоначально я хочу зайти в Галамарт. Мы уже зашли в Галамарт. Такие вот мишки, сейчас вот они по акции. 300 рублей. Ой, зайчик. Классные игрушечки такие. Они такие мягкие. Приятно очень. Канцелярия. Смотрите, какие ручки. Мороженое есть еще. А вот что-то пушистое. Клубничка, наверное, светится. Смотрите, пучеглазик. Антистресс. Игрушка антистресс. Вот такая вот морковочка. Монстрики, которые медитируют. Наверное, устали от уроков. Медитируют, отдыхают. Ой, смотрите, какой текстовыделитель. Правда, он грязненький. И вот чистенький. И здесь, наверное, с запахами. Вот это вот апельсиновый, вишневый, виноград. А это что? Лимон. Класс. Так, пластилин. Я знаю, что вы писали в комментариях. Здесь есть легкий пластилин. Ой, смотрите, какой калькулятор. Вот такой калькулятор на линейке есть. 2 в 1 линейка калькулятор. Разный клей. Ой, а вот смотрите, какие блокнотики. Пончик есть. Это что, единорог? Там листы тоже цветные, кстати. Совушка. Класс. Вот такие блокнотики яркие. Разных цветов. Есть поменьше, побольше. Ой, а вот смотрите. Есть вот такие блокноты. Книжка для записи. Здесь ручка есть розовая. И листы. И все листы разных цветов. 3 цвета. 4. Зеленый, розовый, желтый и синенький. Прикольно. Вот такой блокнот. Так, пластилин. Но, честно говоря, пока я не вижу легкий пластилин. Здесь есть просто пластилин. Вот смотрите. Вот пластилин 6 цветов. Вот опять пластилин. Здесь стикеры разные есть. Единорожки, вот такие стикеры. Ластики. Посмотрите, ластики. Сейчас 50 рублей стоят. Видео, такие вот девчачьи ластики. Обуви, сумочки. Такие, в общем, разные есть. Так, вот смотрите, еще пластилин вот такой вот есть. Сейчас он, кстати, по акции 29 рублей. За маски. И смотрите, крокодильчик. На зубы нажимаешь. У нас, кстати, такой есть крокодил, только побольше. Сквиши разные. Смотрите. Пум. Акула ногу съела. Человека. Класс. Здесь, кстати, больше всяких антистрессов. Инопланетяне и внутри арбиза черная. Тут разные цвета есть. Такой вот тоже с черными арбизами. И зелененький есть. Попрыгунчики. Мячики разные. Калейдоскопы даже есть. Представляете? Ой, смотрите, какая собачка. Она резиновая, но твердо, она будет ходить, наверное. Прикольная. Ладно, идем дальше. Игрушки. Смотрите, какой яркий. Вообще классный. Есть коллекционные разные фигурки. Ой, вот эти вот вообще классные. У них внутри там такие какие-то шарики. Кстати, пишите, хотите ли вы, чтобы я сняла видео на... Не знаю, на какой канал. Или на Лика Лайф, или на Слайм Лайф.
где я буду разрезать такие всякие антистрессы и смотреть, что находится внутри. Интересно вам будет. Так что пишите. Ой, вот вообще что-то, смотрите, по 1 рублю гравюра. Смотрите, цена 1 рубль вообще. Вау! Это клей блестящий. Но у нас есть такой клей, только мы покупали его в фикс-прайсе. И в слайме его почему-то не видно. Не знаю почему, но его не видно. Набор для грима блестящий есть. Есть вот такие вот яркие. Они светятся в темноте, кстати. Классно. Вот смотрите, на картинке нарисовано. 69 рублей они стоят. Вот он, легкий пластилин. Смотрите, это белое. Оранжевый есть, желтенький. Ой, вот смотрите, фиолетовый. Сейчас по 50 рублей. Еще есть вот такие вот наборы для творчества. Тоже, скорее всего, это легкий пластилин. Здесь 4 цвета. А, это тесто для лепки. 4 цвета разные, смотрите, видите, фигурки можно делать. Сейчас, кстати, той же акции 60 рублей стоят. И вот здесь вот был легкий пластилин, мы его взяли, здесь 12 цветов, потом вам покажу. Так, вот такое вот тесто для лепки, наверное, с ароматами, с арбузом, с голубикой, с яблоком и с апельсином. В общем, здесь много всего для поделок. Вот такой, смотрите, еще есть пластилин с шариками. Так, а это что? Это тесто для лепки, смотрите, такие машинки разных цветов. Яблочки. Ой, а вот, смотрите. Вау. Вот такая вот еще есть глина застывающая. Я, наверное, возьму ее. Я не знаю, подойдет она или нет для слаймов, но как раз и проверим. Мне интересно очень, подходит она или нет. Она стоит 60 рублей. Возьмем, посмотрим. Так, вот, смотрите, вот такой вот набор легкого пластилина. То, что здесь 12 цветов. Ой! Там, смотрите, розовые, и желтые есть, и фиолетовые. В общем, будем делать слаймы. И ароматизаторы декоративные. Такие классные. Стоят 145 рублей. Есть они разные. Есть, смотрите, еще есть с цветочками. Немножко подороже, по 170 рублей. Но тоже классные. Интересно, как они пахнут. Вкусно или нет? Ой, вот смотрите, большие есть такие наборы. Стенд для праздников, шарики разные, трубочки, свечки. Смотрите, здесь есть такие шарики, как я вчера снимала видео на свой канал. Разрезала, делала слаймы из них. Здесь есть вот такие вот маленькие. Классные. По 39 рублей. Такие малюсенькие. И вот такие вот светящиеся ежики. Ой, вот еще такие есть. Тоже светящиеся. А еще здесь вот такой есть легкий пластилин. Но здесь 6 цветов. Здесь побольше их, поэтому я возьму его. Но то здесь в маленьких баночках каждый пластилин. Но его меньше. Расчески. Бигуди. Даже есть, смотрите, набор нуков рисовать. 4 цвета. Смотрите. Есть вот такой вот набор нуков для окрашивания волос. А есть вот такой. Мы уже дома. Я сейчас сижу, решаю тут тесты по обществознанию, решу ОГЭ. Потому что завтра мы пишем пробник. Пишите, кстати, когда вы пишете пробники. Я знаю, что первого будет пробник по обществознанию, то есть это завтра будет. И четвертого будет пробник по географии. И, по-моему, 19-го по математике, если я не ошибаюсь. Ну вот насчет математики я сомневаюсь. В общем, решаю тут тесты. У меня в одном тесте 27 правильных, моя оценка 4. И во втором тесте у меня оценка 5, 28 правильных. Так что вот так вот, решаем тесты, тренируюсь, набиваю руку. Надеюсь, завтра попадется несложный тест, так что пишите. Писали вы тесты уже пробные по обществознанию, или будете писать тоже завтра. Ну а я тут решаю, у нас завтра будет еще 3 урока, и после 3-го урока будет пробник. У нас будет... алгебра и геометрия, и русский, а потом обществознание.
Так что вот так вот. Сейчас еще нужно будет делать алгебру, геометрию и русский, но сейчас для меня важнее порешать еще несколько тестов по обществознанию. Первый, кстати, тест я решила на тройку. У меня было, по-моему, если не ошибаюсь, 22 балла. Второй тест на четверку и третий тест на пятерку. С каждым тестом все лучше и лучше результаты. Надеюсь, что завтра я волноваться особо не буду и решу нормально тест. Вторая часть намного легче для меня, нежели первая, потому что в первой нужно знать термины учить, а во второй части просто по тексту работать, для меня это легче. Пишите, кстати, кто сдает обществознание, что для вас легче, первая или вторая часть. И пишите, какие экзамены сдаете. Вы у меня, кстати, спрашивали, какие экзамены сдаю я. Я сдаю обществознание и литературу. Куда поступать я буду, я еще не знаю, еще не определилась, но с экзаменами определилась. Так, я села дальше делать уроки. Мы уже отсняли видео на канал Мими Шоу «Угадай или съешь». И сейчас буду делать уроки. По русскому нам, оказывается, ничего не задали. По геометрии нам задали составить тест в Решу ОГЭ и его решить. А по алгебре задали 3 номера. В принципе, на завтра немного, но только из-за того, что завтра мы пишем пробник. Если бы мы завтра пробник не писали, то нам надо было бы делать и искусство, и историю, и еще какие-то предметы, я уже не помню. Ну, в общем, на самом деле на пятницу задают немало домашнего задания, но сегодня повезло, сегодня меньше задали. Так что вот так вот я делаю. Ну и все, на этом, наверное, сегодняшний влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока!